27 июня в нашем регионе впервые прошел мини-футбольный турнир для студенческих команд. Его организаторами выступили Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта и молодежное правительство Омской области. Первый мини-футбольный кубок студенчества вошел в линейку событий, посвященных Дню молодежи. На поле спортивного комплекса «Красная звезда» состязались 9 команд. Родилась эта идея после общения прежде всего с ребятами, потому что они говорили о том, что, конечно, хотелось бы больше спортивных событий, направленных на сближение ребят из разных вузов. И мы подумали, что мини-футбол – это тот самый доступный и популярный вид спорта, где ребята могли бы применить свои силы и попробовать посоревноваться друг с другом. Спортсмены играли 2 тайма по 10 минут и на первом этапе соперничали в группах. Возможность повысить свой уровень мастерства получили все футболисты, участвовавшие в соревнованиях. Мини-футбол – он, на мой взгляд, более зрелищный, более динамичный, и ему недостаточно уделяется внимания. Поэтому такая идея несколько у нас проходила, и я очень рад, что в Министерстве спорта поддержали эту идею и очень хорошо поддержали. Сейчас по отзывам понятно, что интересно было поиграть своими партнерами там, по вузу, своими одногруппниками. Да. Я думаю, что будет интересно из года в год участвовать, и думаю, что будут меняться целые поколения уже на этом турнире. В финальном поединке сразились футболисты СИБГУФКа и Омская академия МВД России. Обе команды блеснули отличным настроем и действовали технично и изобретательно. Студенты спортивного вуза атаковали чаще и острее, выиграли матч со счетом 1-0 и завоевали главный приз соревнований. Я думаю, мы показали вот этот интересный футбол с интересным моментом, с боем, поэтому надеюсь, болельщикам понравилось. Насчет организации турнира все прекрасно, все отлично, всем все очень понравилось, нашим парням, то есть прекрасный стадион, отличное судейство, шикарная организация, и музыка, и видеосъемка, фотосъемка, это все очень здорово, это классно. В матче за третье место футболисты медицинского университета взяли верх над командой Сибирского института бизнеса и информационных технологий и завоевали бронзовые медали турнира. Турнир сложился с самого начала для нас неплохо. Первая была ничья, затем выиграли матч, вышли с первого места. В полуфинале немного не хватило, была борьба, поражение с разницей в один мяч. Ну, немножко не дотянули. В матче за третье место одержали победу над командой, с которой в группе сыграли в ничью. То есть, в принципе, достаточно неплохо. Смогли, можно сказать, взять реванш. Специальными призами были награждены лучшие футболисты турнира. Вратарь Евгений Красин, защитник Игорь Майборода, нападающий Эрик Аханов. Самым ценным игроком соревнования был признан Владислав Фризов.